На территории городского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями прошло мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены представители городской мэрии в лице первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова, городской общественной палаты, центральной библиотеки имени Расула Гамзатова, а также социальных служб. Хочу выразить благодарность нашим спонсорам, нашим гостям, которые сегодня поддерживают это мероприятие. Отдельное спасибо руководителю центра Загар Магомедов, вам, вашему лице, вашему коллективу. Желаю вам здоровья, добра. Еще раз присоединяюсь к поздравлениям. Поздравляю всех сотрудников с этим священным местом. По мнению выступающих, самые светлые, чистые и приятные воспоминания связаны с детством. Временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. Множество теплых и нежных слов и пожеланий было сказано приглашенными гостями в адрес не только подопечных центра, но и всех детей города. Директор центра Загра Гасанова поблагодарила всех за оказанное внимание и заботу. Я хочу сказать, что этот веселый праздник проводится во всем мире, чтобы не только дети веселились, чтобы привлечь внимание общественности к правам ребенка, чтобы наши дети всегда учились, всегда занимались любимым делом. Я хочу пожелать нашим деткам здоровья, внимание со стороны взрослых, понимание, поддержки. И если мы будем поддерживать наших детей, наши дети будут счастливыми, здоровыми и веселыми. Подопечными центра были организованы импровизированные танцевальные номера с участием аниматоров. Кроме того, дети читали стихотворения и пели песни, участвовали в различных конкурсах и получали заслуженные сладкие подарки. Живи и радуйся в нас, благословенный Кавказ. Эй, смелые джигиты твои, горячки словно цветы, пусть дома счастье придет, горжусь с тобой, мой Как отмечает руководитель и коллектив реабилитационного центра, огромную поддержку и помощь оказывает муниципалитет и образовательные учреждения, создавая все необходимые условия для интеллектуального, профессионального и личностного развития каждого ребенка. В завершении всех праздничных мероприятий детям были розданы подарки и сладости. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».